Короче, всем здорово. Сегодня... Сейчас уже еду на ШД вокзал. Поеду в Брест. После Бреста поеду в Минск. После Минска в Баранович. После Баранович либо в Лиду, либо в Познань. Там посмотрим по ходу дела. Вот так, первый день, короче, поехали. Сейчас осталось подождать маршрутку, и все, через 3,5 часа буду в Бресте. Это где-то пол первого дня будет. Сразу поеду в парк кататься. Там, надеюсь, кто-нибудь подгонит. Вот так. Приехал уже в Брест, еду, ищу скейт-парк. А вон, походу, его вижу. Сейчас, короче, приеду, перекушу чуть-чуть и переоденусь, буду кататься уже. Вот так. Оп, черт! Это, блядь, хуйня! Ну, в общем, прежде чем начать кататься, решил заехать в Брестскую крепость. Тут не был, наверное, год два. Посмотрим, может, что-то новое появилось. Вот так. Ну, в общем, здесь просто куча руин. Вот таких вот, по которым ходить вообще, в принципе, нельзя. То есть здесь просто ряд... Ну, может быть, здесь есть какие-то экскурсии, но... Некому делать, по ним ходить, короче. И этот монумент самый священный, капец просто. Ну, типа, в Минске повыше высотки, но он с телепашкой повыше, но, типа, суть не в этом, короче. Короче, я нашел парк, только прикол в том, что там была мини-рампа с флайбоксом, но теперь тут, типа, мини-рампа со спайном. Мини-обзор Брестского скейт-парка. Ему пизда, ему вообще пизда просто полная, вообще, типа, я не знаю, либо просто его построили и забили все хуй, либо это сами райдеры его хуярят. Гордей, пидор. Короче, все раскатил в рампе, сделал трансфер. Не так сложно оказалось. В общем, сейчас еще чуть-чуть покатаюсь и все, и поеду отдыхать. Круто очень этот спайн летать, он еще такой мягенький, еще четенький. Охуенно. И, кстати, его летать не так-то сложно, как оказалось. В общем, завтра еду, там тут какой-то в Бресте фестиваль или что там, какая-то херня, короче. Попросили там, ну не попросили, пригласили типа выступить. Сейчас поеду уже домой и в душ, и все, и отдыхать, короче. Все, давайте, до завтра. Второй день, сейчас иду забирать велосипед и... Поедем, заедет за мной Рома и поедем на какой-то фестиваль от Молочного мира, там что-то в этом роде. Контест на плитке, ты понимаешь? На плитке, это вообще пиздец. Ты выиграешь? Не знаю. Выиграешь, это пресс. Друзья, сейчас будет скейтерский контест, надо сейчас по-быстрому катнуть чуть-чуть, и потом скейтеры займут площадку. Вот, сейчас чуть-чуть поснимаем. А, порчи кадр, порчи кадр! We'll be right back.
ужасный город. Здесь все умирают, кто-то от наркотиков, кто-то от перелома. Бывает один прыжок, и все, и ты потрачен. Причем убрался он с фигни, он просто с кикера хотел перелететь этот столб призем. И просто доска вылетела из-под ног, и он приземлился на руку, и все, и выбил локоть походу. А теперь мы пиздуем на озеро. Все, короче, накатали, сейчас поедем мыться на озеро. На Красный двор, блядь, смывать пот соли. И всю остальную каку, которую мы собирали за время катки. Короче, приехали к Роме домой, и у него тут просто пиздец. В мире паучков папкой стал. А? Ёпта. Маленькие тарантулы. 300 штук, нахуй. Это птицееды. Они птиц кушают? Да нет, просто название так. Вот, их здесь, ну, приблизительно 250. Да, я сейчас фоткаю. 250-300 будет. Да, блядь. Моего кореша, похоже, паук ёбнул чуть-чуть. Ой, такая дурная, нахуй, уже пиздец. Кот съебал. Давай назад, все. Покажитесь мне. О, черт. Красавец маленький. Он мелкий, тут 2 метра где-то в нем. 2 метра где-то, да? Мелочь пузатая. Он спит или? Не, он не спит. Не, куда? Все, короче, приехали на Красный двор. Сейчас поплаваем и потом поедем еще. Кайфовать. И потом поедем. Куда поедем? На гоночку. На гонки поедем. Вот так. Брестский форсаж будет. Все, короче, третий день. Сейчас иду на ЖД вокзал, беру на завтра билет до Минска на какой-то скоростной поезд. Вот. И все, и завтра, получается, уезжаю в Минск. С Бреста вообще не на чем ехать. Маршрутки, короче, прикрыли. Все прикрыли. Вот поеду на скоростном поезде. Сейчас Рома подъедет, привезет байк и поедем, покатаемся чуть в парке и потом, может быть, стрит, а вечером на день города. Come by your place and you will.